День республики в этом году традиционно пройдет на двух площадках – в Чебоксарах и в Комсомольском районе. Именно этот муниципалитет выиграл право принимать гостей. Как район готовится к празднику, узнавала наша съемочная группа. Как обычно, программа состоит из двух частей – собственно, праздничной и деловой, точнее, социально значимой. К Дню республики приурочили открытие двух объектов. Первый – 19-квартирный жилой дом в районном центре. 12 квартир предусмотрено для жителей по программе «Ветхое жилье» и 6 квартир по программе «Детям-сиротам». Готовность практически стопроцентная. Строители завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Так что новоселье состоится в срок. Вовремя переедут в новое помещение и медработники поселка Киров Комсомольского района. В мае здесь началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас здание практически готово, осталось только подключить ФАП к системе газоснабжения. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика.